огленем издалека, что наша Женька делает с утра. Ну, что осталось. Вчера была полная витрина мороженого. Ну, хватает 3 коробочки и половинки. Приходите в гости к нам, я мороженого дам. При такой жарючке съешьте вкуснятучки. Вкуснюшки. Смотрите, как они. Как они от мороза. Ледяные. Ледяные наши морожки. А, как приятно. Как приятно ощутить укол зонтиком. Вик. Зелене-призелене, яблочко моє. Ты как себя чувствуешь? А Марина, хорошо? А ты? Коко белло, коко фреско. Идем на витринку. А вот и старомпендо пела патати. Веди, кела велочита. A volte non parte proprio questa velocità proprio bassa. Si vede che c'è quel rondella dentro che secondo me è rotta. Сегодня я уже с Эриксончиком. Так что сегодня я con calma, так сказать. То есть с чувством, с толкой, с расстановкой. Видите, сколько нарезала фрукты. Сейчас жару. Закон подлости. Вчера без Эрика я отработала в 2 раза больше, чем с Эрикой. Это всегда так. Остаешься один, и на тебя все валится. Вся эта фрукта идет. Бегом на витрину холодненькую. И будем в обед ждать клиента. Давненько не готовила. Куриная грудка с перчиком. Немножко винишка белого, немножко лучка. Лучок у нас тоже беленький. Сейчас еще приправки дадим. Перчик, сладкая паприка. Сейчас только перчик проварится, грудка уже готова. И она будет в собственном соку. Вернее, в соку перчика. Вот такая смакота. Il pane. Certo, ho detto di non farlo arrivare. Non aspetti ad avvisare? Te l'ho avvisato già io, tanto lo tiro io. Non ascoltare. Ma ascoltami. Stai pulendo? Ma ogni tanto mi ascolti. Ascolti. Certo, ottimo. Faccio cazzi miei, grazie. Giusto? Rnavica. Rnavica vam takuje. Sì, Jušička è simpatična. Сочнейшая грудка. Воды бы глоток. Сахату кольку зоджи. У нас такая брачула, Дима, я. Свининка на косточке. Риба. Риба. Котлеты. Сон пекината бене. Эриксончика я уже заплыла, сейчас на себя гляну, на кого я похожа. О, кинке, вот это наше зеркало. Ты поймешь, что я манджу? Отлично. Лей коло зугеро, я коло лимоне, капито? А, е веро. Ci sono le fragole, бе. Фрагола. 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 Ла-ла. Vado in bagno io. Azione.
арбузик, прежде чем мыть, можно еще так вот пальчиком его взять, так вот, оп, и облизать. Холодненькое. Красота. Все, все, лобаня тут усоио. Sono stata io. Ma no. Sì. Ку-ку. Кто хорошо работает, тот быстро идет домой. Да. Смотрите, что у нас тут творится после обеда. Это ж вам не видно. Вот, Ариксончик, не мети на мене. Ага. Сейчас буду крошки собирать. Да, ми манджаре квартос. Он че не? Куда не рести понимаете? А, вау. Ми камера хочу миллиарды. Миллиарды можно заработать. Вот так вот. Вот так вот. Покажи, чем пытаются повара. Отработали на ура, ребята. Зимой так не работали, как летом. Но это сегодня какой-то странный день, блин. Откуда народ взялся, непонятно. Уже ж в отпуск должны идти. Посмотрим, что там у нас за погодка. Вау. Сплошное жарево. Сплошное шкварево. Ну, мусор. Поскакали мы домой. Это воздух стоит. Стоит на месте. Пришла я с работы. Сейчас я вам покажу свой ужин. Свой праздничный ужин. А у нас будет состоять наш ужин. Смотрите. Внимание. Это вместо сахара. Это Лилёк такая сладкоежка. Баночку облизали. И вот это такой у меня будет ужин. Никаких горячих блюд. Холодная клубника с холоднющей сгущенкой. Ням-ням. Вчера этот скворушка был маленький, сегодня смотрите какой. Видите? Уже почти у моей ладони. Вот и что-то завтра пусть порастет. Побрывала цветочки, сейчас я вам покажу. Нарвала Эриксончику петрушечки на завтра. Завтра наших марокканцев будем кормить рыбой с петрушкой со своего огорода. То сильно ей там густо. Сильно там ей густо. Я покажу вам, сколько у нас цветочков. Вдруг там какой-то муравьишка завелся. Мы это все помоем. Сейчас на бумажку положим в холодильничек. И завтра с работки пройду. За бабаськой уклярчик себе. И раз, и пожарю все эти цветочки. Вот так вот. Будет завтра у нас тоже вкуснятинка. А еще. Еще сейчас покажу. Увидела, что стрелки сейчас накажают. Может себе пожарить стрелки? Ну-ка, хоть чеснока. Завтра я ее добавлю, эту стрелку. И с ней, со стрелкой, с семенами. Завтра я ее вместе с цветочками забабаськаю и пожарю. Слышите, соседки разговаривают. Соды немножко посыпала, что там муравьи бегают. Может, сода их спугнет? Где-то слышала. Или это будет сильно щелочная земля, если это сода. Ребята, вчера поливала, сегодня поливаю, все сухо. У меня тут сплошной камень, вода вообще никуда, она девается. Она просто раз и ушла. Раз и нету, как и не было. Что приходится. Вода у нас дорогая. Ой, дорогая. Ну, а что ж рубишь? Урожай дороже, да? Урожай дороже. Видите, вдали вот этот мост
он еще стоит. На следующей неделе, где-то в пятницу, ждут с Испании взрывчатку. И будут закладывать динамит, будут закрыты все дороги, все автобаны, все-все-все будет закрыто. Я сегодня Аву сказала, говорю, а как я на работу? Ну, утром-то можно приехать, а вечером будет все закрыто. Он говорит, да ну прямо, вечером не откроют. Я говорю, не откроют. Если пишут все СМИ, то не откроют. Тут будет стоять пыль, шум, гам, страшное дело. Так что в следующую пятницу мы должны уже быть без вот этого моста, без вот этой части. Я вам потом покажу, как он исчезнет с ваших картинок. Пока он есть. А там будем посмотреть. Наработалась, натрудилась. А теперь я пошла отдыхать. Ребятушки, до завтра. Всем пока. Пока-пока.